Ребята, всем привет! Я вам хочу показать, что происходит с гранитным памятником, ну то есть с его фотографией, когда идет дождь. Когда идет дождь, фотография мокнет, видите? И получаются вот такие темные пятна. Вот. Потом, когда он очень сильно намокнет, эти пятна, они, ну, будут как бы очень сильно искажать фотографию. Но когда выйдет солнышко и все высохнет, то все вернется на место. То же самое вот с этой стороны, где Жанна Фриске у нас, то же самое. Когда он намокнет, он будет полностью темный памятник. Это ничего страшного в этом нет. Многие люди возмущаются, вот почему прошел дождь и памятник потемнел. Все высохнет и все вернется на место. Поэтому не переживайте. Вот с этой стороны у нас дождь идет в другую сторону. Здесь еще у нас чистенько. Жанна у нас красивая девочка. А здесь у нас уже немножко подмок памятник и появились на лице темные пятна. Выйдет солнышко, он подсохнет и все будет хорошо.